Израильская авиация нанесла серию ударов по сектору Газа. Цель ВВС стали объекты движения «Хамас» близ Рафаха. Атаки, по заявлению военного командования, были ответом на минометные обстрелы с палестинской территории, которые не прекращались весь минувший день. Кроме того, к военной операции армии обороны Израиля были привлечены танки. Они вели обстрел, находясь на палестинской территории. Данных о погибших или пострадавших нет. В «Хамас», в свою очередь, заявили, что действовали в ответ на вторжение израильтян. Нынешняя эскалация обстановки – одна из самых серьезных за последние 2 года. Отметили Минобороны Израиля.